Хейл, гайс, с вами Шумики, и мы продолжаем пройти игру по названию Секира. Так, как вы помните, в прошлой серии мы одолели с вами бычка, теперь мы пришли в какой-то непонятный город. И я вообще не знаю, что тут делать. Ну, как бы знаю, да, 50-50. Изи фризы, ну, как обычно, я думаю, это не... У нас тут ничего новенького. Все, вот меня засекли, они такие, бат, и чё? Я вот понимаю, что вот здесь... Все сложечно у нас выходит. Sure, мне бы филина убить. Или это сова. Че он замолчал? Так, первое, что мы делаем. И это пытаемся забраться наверх. Где эта херовина, которая меня посекла? Стоять. А, вон эта херовина, которая меня увидела. Гаммофилин. А теперь, короче, мы с вами встаем и текаем. Так, короче, с вами делаем по такой тактике. Нахер мне всякие здесь проблемы. Нужно сначала с этими разобраться. И все. Разберемся, считайте, все выиграно дальше. Вот эта херовина, да, если на меня постечет, она будет долго меня выжидать, искать. Поэтому с ней лучше разобраться. О, давайте, может, сразу это посмотрю. Ну, да, в принципе, я вэпочку поставил на окей. Поэтому проблем не должно быть. Все, они меня типа потеряли. Так. Оп, тихо. Будем выпиливать тогда по одному этому. Если все так. Так, а кто там остался? Два оруженосца. Так, ну у меня есть, в принципе, дрожжи. Вот тот, то, что смотрит, вот этот вот херо, если я сейчас на эту залезу, он меня сразу увидит. Сукак! Иди ты в сраку! Вот мне бесит то, что они, типа, меня видят. То есть, они как бы и не видят, но видят. Вы теряете меня из виду. Как ты меня вообще увидел? Ты что, мой этот увидел? Ананас на голове? О! Посмотрите, что я нашел. Сейчас мы туда залезем. Тихо. Так, хорошо. Все шло прекрасно.
А, теперь мне нужно как-то на эту забраться, но чтобы тот и не увидел. Останется разобраться только с этим. Все, изи. Тихо, 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 тихо. Меня точно тоже увидела. Все, стоим, короче, здесь. Здорово. Как ты? Мне главное, чтобы меня из виду все потеряли. Особенно рыцарь этот. Самурай. Можно на него сверху спрыгнуть просто. Тихо. Опа. Опа! Блядь. Это нечестно. Вот опять! Тихо. Дрожи. Тихо. Давай без вот этой херни, а, приятель. Я понял. Сука! О, тихо. Готово. Бусинки. Ну, сердечко на самом деле, оно подхватило, окей. А здесь соглы. Блин, ну вот меня бесит. Ну чё ты фризишь? Я уже и картинку поставил как бы минимальную. А ну-ка. Низкая. Давайте вот так. Ну, видите, оно все равно фризит из-за нагрузки самой игры, как бы. Так, отдохнуть. Фух, не, вот это было жестко. Ну, все равно, видите, у меня все пополняется. Скоро я жизни сяпну. Так, а теперь у нас развилочка, куда идти. Лево-право. Я вижу мужика на летучем змее там.
Я бы сюда пошел. Так, давайте все равно все исследовать, потому что кто его знает, что я найду и где. Вон, мужичок у нас летает. Ну и как мне зацепиться? Ясно. То, что мне нихера не ясно. Там не зацепиться. Зацепись ты крюком, ё-моё. Ладно, у меня с той стороны, да, еще проход есть. Я или нельзя туда пройти? Да нет, там что есть проход куда-то. Давайте сбегаем. Я вообще не помню, откуда я пришел. Если на то уже пошло. Ладненько. Погнали сюда. О. Бабки. Я слышал, это недавно доспехи на того здорового гада из отряда Таро. Да, он все никак не уйти не мог. Да, еще работенка. Но он ведь того стоит, да? Он и так был здоровым и сильным, а теперь его клинки, считай, не возьмешь. Клинком, считай, не возьмешь. Так-то, ну, любит эти доспехи, и когда я их не... Так, их на него надену, держаться на них кое-как случится битва. Окей, там какой-то, короче, херня, да, будет? Так, я вижу, вниз можно спрыгнуть. А вот хорошая эта мысль, прыгать вниз. Тут воды не было. Хорошо, что я все-таки не до конца спрыгнул. Так, ладно, там есть еще врата какие-то. Давайте сюда. Попытаемся открыть. Закрыто, хорошо. Тут еще что-то есть. Не, можно я отсюда уйду, а? Воу! Тут их двое. Ладно, меняем цель. Ага. А чё это было, блядь? Чё ты не зацепил? Вот меня бесит, типа, значок есть, да, вот, зацепиться. Но не цепляется. Типа, как это понимать? Я не понимаю. А, там еще есть сверху один. Вот я этого грохну. Потеряй меня, ножи. О, хорош. Yeah.
Окей. Так, тихо. Ты куда идешь? Ты что, не спрыгивать идешь ко мне? Вот сука. Ты же сюда потом не поднимешься. Опасно. Вот игра, понимаете, Секира. То есть, да, я могу играть как Шиноби. Это прикольно. О, все. Ой. Ну, а я дальше полетел, пока. Все равно он уже ко мне сюда не поднимется. А тут у нас что? Так, тебя я ж не подбирал. Так, сейчас не понял. Я слышал где-то, видел Синоби. Я тоже слышал, но сейчас такое кажется везде. Знаю, сразу видно, что битвы ждать уже недолго. Им серьезно нужно относиться к таким донесениям. Так, ладно, сейчас мы с вами откроем этот. А давайте я, наверное, еще улучшу себя. Изучить навык. Мне нужно два. Черт. Ладно, давайте два искать. Открывается с той стороны. Так, там было закрыто. Или это другая дверь? Ой, боже, я не пойму, куда мне идти. Все, начинается с того, что я не понимаю, куда мне идти. Подождите, разве это не первая локация? О. Мне кажется, это первая локация. Что это первая локация? Где, когда мы с вами еще убегали? Пробуем. Да, это когда мы сбегали, все. Вот та вон пещера, это где мы сбегали утром. Мы вернулись в старую локацию. Я понял, где мы. И что мне делать? Алло. Так, я зацеплюсь. Я сейчас этого грохну. Получу духа. Я все равно немного заблудился. Понимание, куда мне идти. Бац. Бац. Вот я хочу наверх залезть, допустим. Да? Как мне это сделать? Не хочу через собак идти. До свидания.
Да, нужно было все-таки город исследовать. За что? За что мне это наказание? Ладно, выпьем фляху. Сука, зачем я это сделал? Ах, ах, это поистине завораживает. Красиво, и при том, как впечатляет, будто зовет кого-то. Поприветствовать его, не обращать на него внимания. Эй, кого ты зовешь? Сыграй еще раз. Эй, ты, а? А меня зовут Динозавр Кумана. Мое задание необходимо дозорным. А я тебя тут раньше не видел. Из какого ты клана? Не могу сказать. Не можешь сказать? А? Так ты, значит, Синоби. Не могу сказать. Не слишком-то ты вежлив? Ну да ладно. Если ты Синоби, мне это не... Это довольно. Синоби. А ты слышал, как тут кто-то играет на самисене? Я нашел эти звуки и вышел к этому колодцу. Нет. Не слышал. Вот как. Я думал, раз ты Синоби, ты можешь узнаешь. Интересно, для кого эта мелодия? Не знаю почему, а только она идет у меня из головы. Не идет. Нет. Пустое. Прости, что вообще завел об этом речь. Ты хочешь, типа, короче, туда, да, спустился вниз? Тотя, это слышим, когда мы с вами выбрались? О, я читал эту херню. Ну, не читал. Там этот же. Да. Опасный типчик. И как бы можно попытаться? Он сказал, я найду здесь трусливого волка. А что-то не видно. Но мне нет, позорный синоби неудачник. Хотел своими глазами на такое зрелище посмотреть, но, видать, не повезло. А если это правда смертные, рано или поздно я его встречу. А, так ты волк. Говорили, что тут кто-то говорил. До свидания. Давай посмотрим, правда ли это. Я не хочу смотреть, я хотел поговорить с тобой. Если ты хочешь драться... А, фляха у меня есть. Тогда только так. Я не знаю просто, насколько он сильный. Насколько он опасный. Давайте попробуем.
ты ё-моё. Зараза. А, так я мог убежать. Ладно. Давайте убьем этого ниндзя. Сейчас попытаемся. Ну, типа, мы все равно узнаем, где он. И как туда попасть по-быстрому. То, что только таком этот. Динь-динь-динь-динь. Ну, мы его тоже сейчас грохнем. Я убью этого ниндзя. То есть, он не такой уж сильный, на самом деле. Но он очень такой... гибкий. Он просто гибкий. Так, значит, переключаемся. Давайте снова попытаемся на сюрикенах. А потом с помощью топора я попытаюсь. Ясно. Я понял то, что он мне не дает в спину зайти к себе. Так, сбегаем. Возвращаемся. Короче, на него лучше сверху падать. На него лучше падать сверху. А что он может скрывать? Потому что здесь воды уже, кажется, нету. А что это было? А что это за фигня, алло? Что за фигня? Мне может кто-то сказать? Ладно, возвращаемся. Я не хочу. А, я все равно даже воскрешение потратил. Ну ладно. Да ладно, сейчас тут посмотрим, что есть. Заперто. Так, здесь у нас обход был. Там что-то еще спрятано. Глиняный горшочек. А теперь нужно так, чтобы один ушел. И в этот момент и второй отвернулся. Так.
Готово. Возвращаемся. Сначала убиваем этого самурая, потому что я его не заметил. Копьеносца. Готово. Пепел. Еще один. Тихо-тихо-тихо, я этого тоже не заметил. То сейчас было бы плохо. Так, ладно, стоять. Так, если он стоит, короче, там сверху, мы его немного пройдем. Так, блин, тут уже два этих рядовых босса. Ой, фак. Так, тут... Волк, ты как-то сказал мне, делай то, что должен. Но я до сих пор не понимаю, что я должен сделать. Я не понимаю, почему мне досталась такая сила? Так, ладно, Капинусу мы сейчас грохнем. Что-то возобновилось? Окей, давайте втихаря к этому в спину подойдем. А чтоб мне потом втихаря никто в спину не подошел. О, тихо! Вау, вау, вау. Да, здесь типа не заблокать эту херь. Ладно, плевать. Хорошо, у нас с вами что есть? Два врага, так? Один из семеро... Блядь, короче, копьеносец. Второй у нас это... ниндзя. Давайте тогда разбираться. Первый это с ниндзя. Второй мы будем с вами разбираться уже. А, так у меня опыт еще нужно, блин. Апнуться бы хотя бы. Тихо. Не тарабань. Так, значит, сейчас разбираемся с ниндзей, так? Первое это ниндзя.
Ой. Класс. А чё у меня с хпшкой? Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Мы только убили того самурая, и все. За всю серию и немного изучили локацию. Это очень мало. Не, я понимаю, что это да, это типа серии игр Dark Souls здесь жестко. Нужно что-то придумать. Срочно. Так, вариант еще есть у меня. Как вариант, у меня еще есть вот такое предложение. Это сейчас переключиться на топор. На огонь лучше. Здесь переключиться на банку. А мне просто он кастануть не дает. Ай. Одно удар, один удар там был. А, еще раз. Блядь. Один удар. Только один удар нужно было. И все. Один чертов удар. Один чертов удар. Один чертов удар. Thank you.
Будем делать так тогда. Сейчас набьем этим. Отдохнуть. А, так оно еще это. Дрочи все-таки заканчивается. Тихо. Все, я понял, ребят. Все. Да, это опасно. Я чуть просто не подох. Хотя даже если бы я сдох, а что бы я такой потерял? Я считаю, бы ничего не потерял. Эй! Что это было? Сейчас просто растратил энергию. Найс. Ладно. А. Эй, пускай видит. Мне нужно где-то восстановить энергию. Срочно. Так, хорошо, отдыхаем. Банка, да, только у меня получается все. Ну, до свидания. Возвращаемся. Так, хорошо. Медитируем, забираем все, что осталось, и отправляемся. Я уже могу и апнуться. Го, апнемся сразу. Чтобы не терять зря опыт. Я ж, получается, себе на одно использование, да, подниму? Так, улучшить... Так, изучить навык. Так, троечка, да, стоишь? Это аж пятерку стоит, ни хрена себе. Да, это жестко.
Ладненько, поехали. Так, а на одно воскрешение у меня есть, окей. Тихо. Ох ты ж, ё-моё. Сучара. Да ёлки-палки! Сука, ж бесит! Как ты это делаешь? Еще раз. Последний раз. Блин, вот мне нужно, чтобы он подгорел. Если он подгорает, значит я выигрываю. Вот подгорелка, это против него очень хорошо работает. Хотя топор можно попробовать. Давайте попробуем топор. Давайте духов купим. Купить эмблемы. Так, хорошо, поехали. Типа да, поджог хорошо, но если стойкость ему сбивать. Попробуем стойкость убить. Расчет на стойкость. Давай. Почему я пью не вовремя? Не, ну это понятно, что я уже не пройду. Ладно, ну короче, мы остановились на огне, да? Ну а смысл, типа.
Ай. Да. Ну, давайте, короче, next серии я его добью. И попытаемся пойти против семерых копейщиков. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.